обещала, сегодня мы пишем контрольную работу. От нее зависит, какие оценки вы получите в четверти. Поэтому постарайтесь не огорчить своих родителей. Итак, не отвлекайся, я сейчас выйду на некоторое время, вы останетесь одни. Пожалуйста, не мешайте друг другу. Арина, дай списать. Не дам. Почему? Я же твоя лучшая подруга. Мешай, мешай сама. Ладно, вот так люди друзей теряют. Дай списать. Не мешай. Я же двойку получу. Когда тебе надоест получать руки, тогда ты будешь готовиться к урокам и станешь отличницей. Ты меня воспитываешь, что ли? Да, я хочу, чтобы моя лучшая подруга была отличницей, а не двоечницей. Чтобы мы были подруги-отличницей. Сдаем работы. Кто не успел, получит двойку, так что не жалуйтесь. Оценка в четверти будет снижена. Ну вот, и теперь я ничего не успела. И теперь получу двойку. Ну и что? Я тоже двойку получу. И теперь мы подруги-двоечницы.